Сегодня провели мы мероприятие «Итоги года», уходящего 2022-го. Вот. У нас было, в принципе, две части. Одна посвящена тому, что происходило в 2022 году, естественно, и вторая часть, которая была посвящена тому, что нас ждет в 2023 году, какие у нас законодательные инициативы имеются в настоящий момент и как они преобразуются в законы в следующем году. Мы поговорили и на семинаре, и в кулуарах об отходах недропользования, очень заинтересовала эта тема коллег. Вот даже оказалось, что некоторые из наших коллег участвовали в этой законодательной инициативе и могут, так сказать, из первых рук поделиться своим опытом. Ну и в целом, конечно же, коллег интересовала расширенная ответственность производителя-импортера, как и нас всех интересует. Вот. Очень такая тема живая. Вот. Ожидаются большие изменения в этой сфере. У меня традиционно был блог о судебной практике. В этом году, в 2022 году, было высказано очень много интересных позиций, в том числе Верховным судом. Ну и, конечно, в этом году, 24 июня, был утвержден обзор природоохранных споров Президиумом Верховного суда. Об этом я и рассказала. Аудитория у нас традиционно очень активная. К нам приходят юристы крупных предприятий, поэтому они всегда задают много сугубо практичных вопросов. И мы это очень любим, потому что нам это помогает становиться лучше. Мы понимаем интересы предприятий и направление развития. Ну, мой блог был про законодательные инициативы, которые в настоящий момент присутствуют. Вот, в первую очередь, это законопроект, который реформирует институт расширенной ответственности производителя, а также законопроект, который предполагает введение требований об оснащении системами контроля выбросов тех объектов, которые называются квотируемыми объектами, которые вот являются участниками эксперимента по квотированию объектов. Интересный был вопрос по поводу как раз квотирования выбросов. И вопрос касался, планируется ли введение какой-то ответственности, да, за нарушение, вот, за недостижение квот в рамках эксперимента. После семинара мы пообщались с нашими участниками. Ну, наиболее интересный вопрос и наиболее острый – проблема, связанная с введением с 2025 года 100% утилизации упаковки. Был вопрос, что нам делать, как оспорить вот эту избыточную нагрузку на производителя упаковки, обязанность по утилизации 100% упаковки. На мероприятии я рассказывала о законодательных изменениях, о ключевых законодательных изменениях, которые имели место в 2022 году. Было очень интересно пообщаться с коллегами, которые пришли на мероприятие. Многие из них, можно сказать, стояли у истоков тех нормативно-правовых актов, о которых я рассказывала, поэтому обсуждение с ними было особенно насыщенным. Всегда интересен опыт, поэтому судебная практика – это вот самое оно. Вот. А если немножко еще шире от судебной практики перейти в какие-то другие дела, да, то я уже, собственно, обозначила тему, которая вот мне очень интересна, исходя из того, что вот такие сейчас реалии, что составляется реестр экспертов-экологов Роспромнадзором, он уже есть существующий, но сейчас вносятся изменения в федеральный закон об экологической экспертизе, и, соответственно, как он претерпит изменения. Кроме этого, значит, соответственно, перечень общественных инспекторов, и, соответственно, сразу появляется актуальность темы по экологическому экстремизму, потому что это касаемо управления экологическими рисками. А тема экологических рисков – это сейчас, наверное, основная тема вообще для всех сторон взаимоотношений. Но еще мне очень понравился формат клубный. То есть это не такое вот публичное выступление, да, с трибуны, без обратной связи. А здесь вот как раз многое отдано обратной связи. И мы все между собой перезнакомились, переобщались. Это реально такой очень интересный формат клуба, когда многое можно вместе реализовать и сделать. Спасибо большое. Ну, на самом деле, очень полезная встреча, интересная, потому что действительно мы рассмотрели самые острые вопросы, которые сейчас у экологов возникают.
И была возможность с юристами эти вопросы пообсуждать. Очень мне понравилась тема про решение Верховного суда и судебные решения, да, потому что нам в работе тоже приходится с этим сталкиваться. Вот про законодательство очень интересно, про отходы. Ну, в общем, все темы, которые животрепещущие, они сейчас, вот мы их еще раз услышали в таком более сжатом, уже более конкретном стиле. На будущее у нас... У экологов сейчас очень жаркая пора, у нас два раза в год принимаются новые законы. За последние, там, по-моему, 2 или 3 года порядка 4000 нормативных документов новых пришло, которые мы даже не успеваем читать, не то чтобы исполнять. Вот. Сейчас наиболее актуально это экологические заключения о соответствии построенного объекта, экозосы так называемые, потому что действительно очень много проблем, и как бы они свалились нам на голову, и сейчас, в общем, очень жестко все. То есть ввести объекты в эксплуатацию очень сложно без получения экологического заключения. Было бы интересно в следующий раз, может быть, что-то, какие-то судебные опять решения, или, может быть, еще какая-то практика уже более такая, которая нам поможет, промышленным предприятиям.